Основная задача – пополнять бюджет, и она выполняется. Это отзначила наместник министра по податках и сборах Светлана Шаученко. И она приняла удел во урочистостях с нагоды профессийного свята работников податковой службы. Веншавали и узнагороджвали лепших, отзначили выключную роль ведомства у обеспечении финансовой системы державы. О деятельности Могилевской областной инспекции, что год у бюджет поступает больше за миллиард деноминованных рублей. Тому отзначили удельники урочистостей роль работников податковой службы у социально-экономичного развития краины тяжко переоценить. Это те люди, которые понимают всю важность и ответственность задач, поставленных перед ними. Для них, наверное, нет тех задач, которые невозможно было бы решить. От профессионализма этих людей зависит и предпринимательская активность, и инвестиционный климат, и экономическая стабильность в стране.